Работать в проактивном формате призвал правоохранительные и правозащитные органы президент Казахстана. В канун Дня Конституции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями системы защиты прав человека. Напомню, после внесенных изменений в основной закон обязанности у омбудсменов и прокуроров прибавилось. Глава государства отметил, что реформа уже дала результаты, однако некоторые сферы требуют совершенствования. Подробности у моих коллег. Первым делом президент подвел итоги работы Конституционного суда. Напомню, после поправок в Конституцию в него может обратиться любой гражданин. Только за первые 7 месяцев рассмотрено 43 дела, по 23 из них вынесено решение. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, изменения в основной закон заложили надежный фундамент для комплексной трансформации всей государственной модели. И главный результат – значительно укрепилась система защиты прав граждан. Но есть еще над чем работать. Нужно проактивно работать по всем потенциально проблемным направлениям. Следует развивать инструменты прогноза и профилактики нарушений прав граждан. Во многом успешное решение этой задачи зависит от тесного взаимодействия с гражданским обществом. Правозащитные институты должны консолидировать вокруг себя экспертов и специалистов неправительственных организаций. На вашей площадке должен развиваться открытый диалог с правозащитным сообществом. Повышать правовую грамотность граждан, особенно на периферии, это позволит сократить разрыв в возможностях между жителями города и села. Кроме того, необходимо повысить эффективность работы омбудсмена и уполномоченных со специальным мандатом. Они должны участвовать в процессах выработки государственных решений, заявил Касым-Жомарт Токаев. Правительству Якимам необходимо включить представителей омбудсмена во все консультативные органы. Основная задача уполномоченных – настойчиво продвигать интересы граждан и защищать их права. Национальная система защиты прав ребенка должна эффективно обеспечивать устранение рисков для детей и семьи. Глава государства указал и на недоработки, тормозящих, по его мнению, правозащитный механизм. По его словам, судебная и правоохранительная системы должны быть безукоризненными. Но пока статистика говорит об обратном. Люди жалуются на суды, полицию и прокуратуру. И это огромная проблема, считает президент. Благодаря внедрению административной юстиции, сегодня в судебных спорах с госорганами почти 2/3 решений принимается в пользу граждан и бизнеса. Однако государственные органы не делают из этого необходимых выводов, не проводят домашнюю работу. Доля дел, которые они могли бы не доводить до суда, приняв решение на своем уровне, не снижается. Другими словами, работы омбудсменов и органов прокуратуры теперь не почет и край. Благодаря конституционной реформе статус этих органов повышен, а значит, обязанностей у них стало больше. В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что люди должны видеть и оценивать конкретные результаты от работы уполномоченных, поскольку это важная часть процесса строительства справедливого Казахстана. Катерина Брынюк, Анара Сюмбаева, Астана Таймс.